Здравствуйте, господа, с вами я, ваша любимая Сашка Плей, и я сегодня буду играть в Toy Shop, и оно означает, как ведь, выбраться, оно называется сбежать из Toy Shop. Господа, эта игрушка мне на кого-то напоминает. Господа, я смотрела такой стрёмный фильм на Хэллоуин. И эта игрушка, она разговаривала, и она похитила маму. Он похитил маму, а папу он заточил в книгу. Ну, вы поняли. Ну что ж, погнали играть. Надеюсь, что... Ой, это я уже? О, божечки. Господа, у меня есть такой вопрос. А почему я лысая? О, привет! Мистер Фанни, божечки, кошечки. Где я нахожусь? Ну, привет, училка! Господа, помните, когда мы... эта серия будет в правом верхнем углу. Обязательно приходите, как я сбежала из школы аниматроников. Обязательно это взгляните на это видео. Обязательно. Оно будет в правом верхнем углу, и оно будет в подсказке вот тут, перед моей головой. Оно будет через моих подсказках. Оно будет в правом верхнем углу. Господа, кто смотрел эту серию, вот. Оно будет в правом верхнем углу. Нет, господа, оно не будет здесь. Оно будет там. Вот на этом правом верхнем углу. Кошечки. Училка она меня доводила до истерии. Господа, я просто включила свет. Господа, знаете, на что она мне напоминает? Господа, оно мне напоминает о Poppy Playtime. Ну, вы знаете, да? Poppy Playtime. Тихо. Господа, это игрушка, когда он похитил маму. И игрушка плюс хаги-ваги, да. Очень классно. Жизненно. Кошечки, что я... Ты куда идешь, блин? Блин, господа, мне очень... О, кошечки, кошечки. Господа, я поняла, надо тут успеть. Все, господа, я успела. Да, господа, надо за успевание. Божечки. Там ничего там нету, девочка. Открыть, я открою дверь. Где свет? Господа, включила музыку, чтобы наделать. Господа, его закрыли, фух. Господа, хорошо, что я не смотрела скример.
Господа, это мне очень сильно игрушка, мне напомнила... Господа, эта игрушечка мне напомнила на Poppy Playtime. Если вы не смотрели мой плейлист по Poppy Playtime, оно будет в правом верхнем углу. Так. Надо мне... Может, стоп, может, мне надо налапнуть? Может быть, да, обойти? Реально. Ага, поняла, мне не нашли. Поняла, меня спущено, да? Господа, я пойду с фонариком. Господа, кто не рискует, тот и... Ах, собралась. Отлично. Ага, тут написано Фанни. Что это за игра? Это игра в зеленый цвет. Зеленый? Господа! Господа, кто не видел мою игру, господа, мой плейлист по игре в кальмара будет в правом верхнем углу. Обязательно переходите, обязательно. Так. Так. О, божечки, кошечки. Я выжила, отлично. Фух. Я выжила. Фух. Господа, это была игра на выживание, я поняла. Так. Мы куда-то едем. Господа, я надеюсь, что не какой-нибудь такой. Ага. Господа, только главное. Божечки, кошечки, что за скример такой стрёмный? Тебе фонарь?
едем, едем, соседнее село. На дискотеку! Я умерла. Я нажимаю на один, но оно не нажимается, господа. У меня уже фонарик мой пропал, но он уже при мне. Почему у меня? Опять игра. Господа, это прям как мать. Господа, то я была игра в кальмара, то была Поппи Плейтайм, то еще какая-то игра в Мари. Господа! Господа, что будет, если сюда добавится... И... Господа, что будет, если сюда добавится... Знаете что? Господа, я хочу, чтобы сюда добавилась игра в Поппи Плейтайм, если она тут будет, если она тут будет. Божечки, кошечки. Господа, господа, как я поняла, на доступную скорость ехать, да? Господа, у меня фонарик. Господа, у меня в руках... Господа! Господа, у меня в руках фонарик. Господа, у меня в руках фонарик. Отлично. Уже 13 минут. Как я поняла, надо тут прыгать. Так! Почему я не могу победить в этой игре, а? Почему в четвертой мини-игре очень сильно сложно? Это плохая игра. Это плохая...
можно поиграть? Нет! Чем тебе не нравится? Розовый этот цвет. Господа, кто любит фиолетовый? Господа, кто любит этот самый розовый цвет? Я прошла. Господа, кто любит фиолетовый цвет? Господа, напишите в комментариях, кто любит розовый цвет. Господа, я не люблю. Господа, знаете, какой мой самый-самый любимый цвет? Мой самый-самый любимый цвет – это фиолетовый. Да, я его люблю, это мой самый любимый цвет. И какой, господа, и который цвет я не люблю? Я не люблю розовый. Господа, я не люблю розовый цвет. Кто не знал, так, открывайся. Сезам, откройся. Сезам, откройся. Господа, я помню, господа, кто со мной играл тобой, давай. Господа, кто со мной играл? Снова, да? Финал гейм. Господа, финальная игра. Я должна настроиться так. Господа, к сожалению, я не могу руку базу купить. Супер босс.
Господа, куда ты бежишь? Господа, смотрите, я получила бейджик. Господа, я получила еще один бейджик. Отличненько, кошечки. Катаемся на качельке. С вами я закончу. С вами была я, ваша любимая Сукуплей. Всем пока, увидимся в следующих сериях.